«Порадуй мужчину своим внешним видом» – лозунг 8-й выставки «Шарм-профи». Все новинки индустрии красоты под одной крышей. Волшебный эффект процедур подразумевает научную основу. Современные косметологии и медицина идут рука об руку. А эта выставка, с точки зрения врача, она такая инновационная. Она направлена на то, чтобы… Это немножко другой акцент. Она направлена на то, чтобы человек почувствовал себя красивым, улучшил качество жизни, были успехи в семье, на работе. Поэтому эта выставка очень важна. Около сотни компаний России и стран СНГ предлагают свои рецепты вечной молодости – аппараты и препараты. Все можно понюхать и даже намазать. От такого количества предложений не мудрено растеряться. Как заслуженный врач-дерматолог и косметолог, я могу дать один только совет – обращаться к грамотному специалисту, к врачу, имеющую диплом, сертификат и так далее. Вы понимаете, у нас очень много еще недостаточно образованных косметологов, которые, к сожалению, до сих пор работают. Свое красивое ремесло косметологи продемонстрируют на первом открытом чемпионате Поволжья по косметологии и эстетике. Лучшего косметолога Поволжья выберут в пятницу, а в воскресенье для всех желающих пройдет мастер-класс «Как ухаживать за собой в домашних условиях». Марина Матвеевична, Иван Карпов, ГИС «События».